5 самых проклятых знака зодиака. Происходящее в жизни представителей этих знаков зодиака события часто можно назвать настоящим проклятием или даже ударом судьбы. Настолько они внезапны и сильны по своей природе. Можно не верить в мистику, но считается, что именно эти 5 знаков зодиака имеют особую карму, которая отражается на всей их жизни. Их ждут тяжелые испытания, которые не придется никогда преодолевать представителям других знаков. Однако, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Справиться с такими событиями может быть легче, если заранее знать, чего опасаться. Так давайте узнаем, что это за знаки зодиака. Только для начала поставь лайк и подпишись еще на мой телеграм-канал. Ведь там ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак Овен. Овны очень целеустремленные и решительные создания, им неведом страх неудачи и провала. За любое дело они берутся в полной уверенности, что смогут справиться и стать победителем. Не просто встать на пьедестал успеха, а занять его самую высшую ступень. Однако есть у вечных победителей и свое проклятие – это страдание из-за недооцененности их успехов другими людьми. Часто овны, окруженные завистниками и лицемерами, просто не получают свою порцию благодарностей и поздравлений. Самая частая фраза, которую они слышат в свой адрес после очередной победы – «Ну окей, нормально». Второй знак – Телец. Импульсивные тельцы, имеющие не самый покладистый характер, при этом имеют и немало положительных качеств. Они готовы искренне помочь окружающим и поддержать своих близких в сложной ситуации. Иногда телец последнюю рубашку готов отдать нуждающимся, а не только помочь добрым советом и словами поддержки. В этом и заключается проклятие тельцов. Часто те, кому они помогают, совсем не ценят их помощь, хотя представители этого знака тратят много сил и времени на решение чужих сложностей и проблем. Третий знак – близнецы. На первый взгляд, максимально коммуникабельные и открытые миру близнецы просто обречены иметь большое количество друзей. Но это совсем не так. Двойственная натура провоцирует близнецов иногда на совсем странное поведение и часто мешает окружающим по-настоящему сблизиться с ними. Так и получается, что, даже окруженные толпой, близнецы чувствуют себя одинокими и всеми покинутыми. И происходит это в первую очередь из-за самих близнецов, не способных разобраться в двойственности и непостоянстве своей натуры. Четвертый знак – рак. Слишком большая доверчивость и отзывчивость часто мешают ракам получать максимум от жизни. Их пытаются обмануть даже родственники и супруги, пользуясь наивностью представителей этого зодиакального знака. Вечное проклятие рака состоит в том, что чрезвычайно наивные и ранимые раки часто страдают как в любви, так и в других жизненных ситуациях. И пятый знак. Этот сильный по характеру и внешне яркий знак у многих вызывает искреннее восхищение. Но даже окруженный толпой почитателей, он часто не может встретить родственную душу, с которой можно связать свою жизнь. Большинство людей предпочитают восхищаться ними на расстоянии, не сближаясь и не давая повода представителю этого знака считать их своими друзьями. Именно среди представителей этого знака зодиака так много страдающих от неразделенной любви, хотя, как правило, найти нового партнера или возлюбленного для него не составляет никаких проблем. И это Лев.